Я столкнул. Это надо записать, ребята. Сидит тип вообще такой именно. Беспечно. Давай, на расслабоне. Толкай, толкай ее. Я открою машину, блин, сейчас. О, еще чуть. Давай, двигай. Пошла, ты поворачивайся. А хер же, поворачивай, она поворачивает. Да все, не едем, сейчас утопишь. Все, хорош. О, а теперь-то, по идее, вообще плаваешь. Что, вид в воде должен поплыть. Там давай, форсаж, включай, Е. И поехал. О, все, погнал. Ушел. Тогда в машину сразу поехали. Вот он наш морской флот. Ну да, как же она медленно едет, я охуею. Она 10 км в час дает. С шифтом 15 максимум. Да что ж там за винт-то? Уходи тупо от берега подальше, чтобы тебя особо там не полили с напера. И плыви себе спокойнее. Плыви себе спокойненько. Блин, тебе, кстати, нужно было тебе запастись этими хит-палками, ты там замерзнешь еще. А у меня один есть. Ну смотри, если замигает, то в рейсе. Да. Антибиотик найти довольно трудно. Это точно. Вчера мы пытались выменять на них машину. Но мы таки нашли их. Так, я запись останавливаю. Не вот этот бензин.